Алиса Игнатова, 13 лет, Москва. А, на самом-то деле я и вправду очень люблю актерское мастерство, именно поэтому я поступила в эту студию 3 года назад. Также я занимаюсь плаванием, участвовала во многих соревнованиях и, соответственно, очень люблю это дело. Также я занимаюсь конным спортом, так как люблю животных, они очень милые и ласковые. Вот, и даже ходят слухи, что лошади чувствуют, когда человек грустный, и вся энергия передается именно им, когда ты садишься на это животное. Вот, не люблю я, могу сказать, что я не люблю из еды, это копченая рыба, там вот это все. Да и вообще рыбу я не очень люблю. Вот, в особенности, как я сказала, копченую, потому что, ну, это так мерзко. Я извиняюсь, кто любит этот продукт, просто мне он и вправду не нравится. А по поводу того, что кем я хотела стать в будущем, я, наверное, скажу, что когда придет время, я об этом задумаюсь. А сейчас, скорее всего, актрисой, безусловно. Вот, ну и на самом-то деле я раньше думала и хотела стать следователем, но поняла то, что эта работа и вправду очень сложная, тем более, как я понимаю, нельзя заезжать за границу, а это точно не вариант. Вот, поэтому думаю, что все-таки актрисой. И постараюсь поступить в театральный институт. Вот. По поводу страхов, на самом-то деле, это скорее паранойя, но, опять же, наверное, страх. Боюсь темноты, это правда. Наверное, с детства, и я очень боялась, что то, когда я вот буду спать, кто-то ко мне придет, схватит меня, украдет. Но сейчас, безусловно, этого страха нет, но все-таки побочные эффекты, так скажем, остались. Вот. Также хочу сказать, что мне очень понравилось записывать эту визитку. Всем спасибо, всем пока.